Итак, большие дядьки из тех, кто помнит мелодию пионерской зорьки, и пацаны, желающие хапнуть адреналина и удовольствие от возможности поднять своими руками вещь потяжелее сотового телефона, начинаем практический курс тюнинга. Замена фильтра на нулевик действительно не сложна. Про результат. Но из собственного опыта сочный рывок движка с пшиканием клапана сброса избыточного давления успокаивает и умиротворяет соседей по сумасшедшему дому с именем Магнитогорская движение. Так, а теперь научим авто цепляться за дорогу. Не скрою, сам еще ребенок и с нескрываемым удовольствием пытаюсь до вас донести иногда щенячий восторг, а иногда и детскую обиду за непонимание простых вещей. Надо учиться доставлять удовольствие себе любимому, своим детям и близким. Это будет жизнь насыщена чем-то новеньким. Проблем-то хватает.